Добрый день, дорогие друзья. У нас оттаивает наш городок. Снега в этом году было огромное количество, но вроде последние дни он уходит. Вода стекает в озеро. Озеро очень сильно поднялось. Там даже выше, чем положено, поднялось. Это значит, дамбу подмывает. А здесь мы пришли с вами посмотреть, что же творится. Так как кое-какие вещи я предполагал, что весной произойдут, и ничего хорошего от этого не будет. Первое, что я вам говорил, ну не первое, просто говорил, что вот здесь потечет вода через дорожку. Потекла, потекла. Смыло песок. Ну я-то думал, что вот здесь может потечь. Слава богу, не хватило у нее мощности. Здесь все восполнимо. Это можно песочком еще засыпать. Но, видите, тротуар испортило, как я и думал. И это придется каким-то образом убирать. Здесь было мое предположение, что вода потечет в источник. Снег тает. И мы с вами смотрим, куда же эта вода у нас течет. Здравствуйте. Здравствуйте. И она уходит сюда. И мы с вами помним, что тут бордюр каменный. Да, что я и предполагал. Помните, какая тут была светлая вода? Дно было все видно до самого мелочи. Теперь стоит грязная вода. Грязная? Матушка, скажи, грязная вода. А, ты не видишь без очков. Ладно. Грязная, она вся сюда притекла. Но здесь даже и кошечков нет. А здесь, в общем-то, никто и не пользуется. Это предположительно теперь, что будут пользоваться весной. Смотрите, вот какая вода, мальчишки, скажите. Грязная. Грязная? Вон в том чисто. В том чище? Да. Пойдем посмотрим. В том чисто, я там пью сюда. Да? Ну вот, видите? Да, ничего, если вы появитесь, да, там. Ничего. Не страшно? Нет. Ладно. Как у вас канал называется? Приют ангелов. А, Михаил Махов, что ли? Да. А, я вас помню, вы еще на своем этом скутере катались. Вот, вот, видишь, какая она вытекает в озеро-то. Да. Из источника-то. Угу. Вот грязь-то откуда течет, а не в озеро. В озере-то ниже вода на полметра. Да и в озере она чище. Да, и в озере чище. Вот что наделали с этим источником. Ну и обещала администрация, что весной срубит эти деревья, потому что деревья опасные. Да? Сухие, мальчишки, деревья-то? Да, упасть могут. Упасть могут. Видите, даже молодежь теперь это понимает. Вон сколько сухих. Да, вот здесь я этот ролик завтра выложу. Будет. И, конечно, это все деревья очень опасны. Если такое упадет, тут может не сколько... Падали. Не раз падали. Вот, даже ребята помнят. Кучки сигарет на деревьях валяются. Началось. Ну, обещала, я пока не буду ругаться на администрацию. Хотя, конечно, легче было зимой со льда все это достать и со дна получить. Здесь они нам воду скрыли. То есть положили вот такую трубу. И, в общем-то, я действительно не вижу, что здесь там вода грязная. Но здесь вкусная, дай попробуй. Да.
Здесь чистая, здесь не испортилась, даже не озерная. Ну вот слава богу, что главный источник, я думал, что вот она, эта вода, сверху потечет и войдет в источник. Но там каменная у него такая труба, и поэтому, видимо, эта труба смогла его уберечь. Ну, слава богу, хоть один жив. Здесь, ну, я считаю, что сделали неправильные, что это за перила и что это за лестница, где нет для того, чтобы тащить большую флягу с водой, должны быть здесь, да и для инвалидов должны быть здесь полозья, которые спускаются. Но если полозья спустить вдоль перил, то не за что держаться инвалидам. В общем, инвалидам сюда не приехать. Инвалидам к этому источнику не добраться. Уверяют, что пусть вот они там ездят, а там нет перил, загородок нет. У инвалида очень часто ошибка происходит, и он может съехать. Должны были быть препятствия на тех дорожках сделано, чтобы он не мог съехать. И здесь никаких препятствий нет. Вот так чуть-чуть ошибся, и все, и с горочки уедет. Так что сделано. Будем смотреть, как свет включат. Деревья пока не спилены. И я считаю, что много неправильно сделано. Будем ждать. Сказали, что все исправит, если будет потребность. Ну, обещанного, как говорится, можно и подождать. Всем здоровья, успехов!